Тимур у нас появился на площадке. Тимур с Сергеем. Сергей с шипами, а мы в ожидании очередного сухого счета. Пока все к этому идет. Тимур, вспоминай, что я тебе рассказывал. Бей сильно и точно. Блестящая подача. Слишком активно сыграл. На даче, наверное, целый день на улице, да? Вот либо на даче, ну да. Это вот, а это шипы, а это шипы. У меня даже на босоножках остались пальцы белые. 6-0 это еще не страшно. Это вообще серьезно. Профессионалы. Завижу. Завтра я не приду. Перепадаем. То, что отбить, поймать не может. Нет, а можно, в принципе, попросить играть гладко ракеткой. То есть, если перед началом, да. Сейчас честно будет Тимур с Сергеем номер 3. О, да, размочил. Ура! Ничего страшного. Сейчас мы с руки подаем и на стол рукой ложимся. Самое главное, будет 2 очка или не будет. Вот в чем интрига. Два очка, отлично. Ну, супер, мега, люкс, замечательный. И не все еще? А, 10-2. Да, блестяще. Но все равно Тимур нащупал что-то. А я...